Всем здравствуйте! Алла Пугачева не торопится возвращаться на родину. Примадонна российской эстрады улетела в Израиль вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри еще в начале весны. Алла Пугачева говорила, что причина поездки – отдых и лечение. Однако прошло уже 3 месяца, но семейство так и не вернулось домой. Некоторые люди не сомневаются. Артисты, забрав отпрысков, просто сбежали за границу. Тем временем оставшиеся в России артисты продолжают, несмотря на тяжелые времена, радоваться жизни. К примеру, Филипп Киркоров на днях устроил вечеринку в честь 90-летия своего отца Бедроса Филипповича. Народный артист пригласил на торжество друзей, в том числе журналистку Алену Жигалову. Говоря о вечеринке в своем новом выпуске, интервьюер поделилась мыслями. По большому счету в стране не осталось такой большой главной звезды, на которую все смотрят и поют песни. Раньше Пугачева была, которая уехала в Израиль, и фактически страна опустела. Но я посмотрела на Филиппа и поняла, нет, мы с вами не одиноки. И вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров, представила Жигалова россиянам новую Примадонну. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!